этой стороны находятся такие высокие многолетние деревья, хвойные. Сколько им лет, я даже не знаю. Так, надо аккуратнее быть, чтобы не споткнуться. Здесь находится тоже красивый такой парк или храм. Можно, в принципе, пройти, посмотреть. А, вон там монах пошел. Но туда нельзя заходить обычным людям. Там наверх, там... Там вот еще одно высокое дерево. Сколько метров, даже не знаю. Синий цветок. Красиво. С этой стороны находится чайный домик. Студент вход. Это манго. Манго цветет. Красиво. Свободный Wi-Fi, и там, скорее всего, отдых. А, и там, скорее всего, вот чай еще можно заказать. А это еще один божество. Какое-то еще одно божество. Святилище. Там вот дерево было, видимо, должно, могло точнее упасть, но спилили. Один храм, там уж какая-то машина стоит. Джириуде Найхо. Найхова. В общем, говорят, что входа нет. Не заходите, пожалуйста. О, красиво так. Такие японские садики. Маленькая тишина. Судя по всему, здесь раньше был умывальник или что-то в этом духе. Но сейчас оно не работает. Какие-то интересные ягоды. Красиво. Ну, кстати, даже кто-то живет. Ну, смотри, зонтики стоят. Да? Возможно, кто-то живет. Мох. Мох такой на дереве. Все тоже. А вот эти деревья, которые моминджи, вот они выглядят, это клен японский. Там дерево вырезано. Окей. А сколько не мой, что-то сейчас не сейчас. Restricted area, authorized personnel only. Вы можете зайти?
Запретная зона только для авторизированного персонала. Внутри за свой значок положил, сюда он L. Здесь божество стоит. Вот то там еще. Вот что это такое? Что это? Так выглядит почтовый ящик у них. Там находится кладбище. Баня. Баня на нем. Nice flower. Вот это божество. Байн. Байн was built. This is the flower of the 50s. A boat of Ngakuji. Вот история написана. Muromachi era. Это в эру Muromachi. Такой вот храм. В принципе, все. Звук этого божества там. И молящийся там еще один. Арава-дарэдэска. Арава-дарэдэска. Монк. Там монка там у нас. Я там молящийся монах. Сутра. А, сутра. Сутра. А, сутра. 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 Америка. あれ、仏教ってキリスト教でも、あれ仏教の宗教によってあれなんじゃないの？仏教ってあるの？仏教？仏教ストラ？ストラ？ああ、あると思います。でもなんか結構この辺のないと思います。うん。まあ、ブッダか。うん。そう、教自体はそうだね。うん。ブッダ。そう、ロシアにブッダはないです。あんまり。そうだよね。ロシアはキリスト教？ そうそう、キリスト教。そうと、カトリカンもちょっと。あ、そう、カトリックか、そっか。違うんだ。 Ну, в принципе, и все. Вот такой вот храм был. Думаю, вам было интересно посмотреть, полюбоваться этими видами, разными строениями, архитектурой, как раньше это все было устроено. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дэн. Увидимся в следующих видео. До скорых встреч.